Всем привет! Сейчас я вам расскажу, как можно быстро и легко усовершенствовать свой канал так же, как у меня. Сделать таким же красивым, аккуратным. Смотреть, сколько просмотров у вас копится на данном YouTube хостинге. Так как хостинг не выдерживает, он выкладывает свои просмотры позже. Так же, как можно скачать музыку вашего любимого видео. Не без всяких там выстрелов и тому подобное. Для этого также еще можно посмотреть, сколько у вашего друга кто оставил комменты, сколько видео просмотров канала и подписчиков. Для этого нам придется для начала зайти на сам Google. Когда мы зашли на Google, мы заходим в настройки, выбираем инструменты, а дальше разрешение. Вот это мои данные плагины, которые установлены на моем YouTube, точнее на моем браузере. Мы нажимаем еще разрешение. У меня выявляется интернет-магазин. Что делаем мы дальше? К примеру, мы видим YouTube. Как это сделал я. Вот. Ну, конечно, что-то у меня переводчик не выскочил, но если выскочит, желательно переведите, да? Есть разные плагины, которые будут вас интересовать. Развлечения, работы и тому подобное. Ну, только что продвинуть канал мувимейкингу, ну, ради своего интереса, я выбрал всего лишь тут некоторые, которые более сильно меня впечатлили. Вот, допустим, YouTube Feed, он отвечает то, что вот у меня вот, допустим, вот такой фон и тому подобное. Ну, для начала вот этот YouTube Feed мы устанавливаем. Потом у вас выявляется оценка. Это уже на ваше усмотрение, оценивать будете вы или нет, тому подобное. Но это на вашем Magic. Magic, он отвечает за то, то, что у вас автоматически будет HD-качество на самое максимальное. Допустим, у меня сделал мой муви на 720. Но мало ли того, мы можем сделать больше функций. К примеру, Magic отвечает за продвижение вашего... как вам объяснить-то? Почты Google, Facebook, Twitter, и ваша реклама будет продвигаться по вот этим как бы хостингам. Можете также, ну только я вот не установил рекламу, но вот поторопился как бы с выводом, так как я не зарегистрирован. Хотя канал сделан все по обычному. Ну, объясню еще, что самое главное для вам. Вам установить, чтобы хорошо шли просмотры на канал. Это называется YouTube Preview и Screens of YouTube. Они помогут тем, то, что у вас просмотры, допустим, в день будут идти либо на канал, либо на просмотр видео по 1000, либо по 500. Ну, спасибо всем. Всем желаю удачи, подписывайтесь на мой канал,